Всем привет, я местный, я Криводановский. Да, 17 лет назад бегал где-то здесь по Криводановке, да, и я хочу сказать, что для тех, может быть, кто в первый раз, или, может, не в первый, но не так давно в церкви, я, например, вообще не предполагал, что я стану верующим человеком. У нас даже как-то приезжали какие-то ребята в Криводановку с гитарами, какие-то флаерочки раздавали, про Иисуса рассказывали и говорили, там, днем они ходили по пятаку, где мы, нормальные пацаны, обитали, вот, и они ходили, раздавали и говорили, вот там около клуба будет какой-то концерт, вечером приходите, и мы вот так отмахивались и говорили, не-не-не, это не мое. Но потом вот так получилось, что я стал верующим, и это класс. И я счастлив сейчас, что я в судьбе Божией. Вообще, слава Богу. И знаете, мы иногда не знаем, что нам нужно, но оказываясь в судьбе Бога, ты понимаешь, что это вот то, о чем я мечтал. Это так, как я хотел. Или даже, может быть, не хотел, я бы, наверное, даже и не захотел, и не представил бы, но сейчас так, как есть, и это классно вообще. Я бы лучше не придумал. У меня мама, хоть она и верующая, полуверующая, она еще не ходит в церковь, но я хочу ее к вам затянуть. Вот. Потому что если бы я раньше знал, что здесь, в Новосибирске, есть такая классная, живая, современная церковь, я бы, я не знаю, мне кажется, я бы ходил, даже вот со своими там какими-то убеждениями. Вот, классно, что вы есть, слава Богу, давай дадим славу Богу за то, что церковь, краеугольный камень, есть в Новосибирске. И мама моя, она, но все равно она верит Иисусу, благодарна Иисусу за то, что моя жизнь так изменилась. И она говорит, вообще я представить не могу, как бы я могла воспитать такого сына, у которого такая семья, который там не курит или еще что-то. Я бы не смогла. И говорит, поэтому слава Богу, да, через разные там тернии, проблемы, но я пришел к Иисусу. Даже моя мама так говорит, абсурдно говорит, но, наверное, даже слава Богу за проблемы, говорит, потому что я понимаю, не было бы их, я бы не пришел. Никогда не стал бы верующим. Вот в этой, где там меня показывали, в колорадке, я ее иногда одеваю, рубашка и священник, да. Я раньше не мог подумать, что такое произойдет. Но правда, я счастлив сегодня. Я хочу сказать, что когда мы доверяемся Иисусу, так классно вообще. Я счастливый человек. У меня есть супруга, вот она сидит, красавица. У меня двое сыновей, младшему 13, старшему почти 19. Будет сейчас осенью. Он учится и со своей учебы девочку привел в церковь, она тоже уверовала, загорелась, мне кажется, еще больше, чем он, я не знаю, слышит меня он, нет, но мне кажется, она говорит больше, чем он, она там и на клавишах играет уже в прославлении, она в пророческой группе и там еще и картина, она творческая такая девушка, очень божественная такая. И они собираются жениться. Так что, возможно, скоро мы станем молодыми бабушкой и дедушкой. Вот, слава Богу. Я счастливый в семье. Я счастливый в плане обеспечения. Бог на пути давал. В разные времена были. Мы начинали вообще как бедные миссионеры. У меня был случай, когда я собираю все копейки. И я посвятил свою жизнь Богу. Я отказался от всего. У меня отец здесь, наверное, знаете, заправки Транссервис. Они раньше были. Сейчас не знаю, как они по-другому как-то называются. Сеть Гринвич, которая где-то недалеко от вокзала. Свечки такие. И около вокзала полукруглое здание. Это строил все мой отец. Он директор фирмы. И коттеджи всякие разные. Ну, в общем, хорошо жил, нормально, фирма. И я вот на втором этапе реабилитации, Бог мне говорит, ты будешь пастором. И, конечно, я вообще не представлял, но как-то Бог же, Он умеет вот так на ниточки, так скажем, потянуть какие-то. Как-то нас так убедить, так сделать, что ты некогда невежда, ты начинаешь верить в Иисуса. И у каждого, наверное, из вас не понаслышке, не из-за того, что кто-то говорит про Него, у вас есть свое понимание, что Бог есть реально. Да? Вот, и также как-то вот Бог меня так цепанул, и я понял, что да, но тогда понимание пасторства в те времена, еще это было 17 лет назад, когда я пришел к Иисусу, и как-то все пасторы выглядели, ну, по крайней мере, вот как-то у меня на виду не было таких, чтобы, знаете, такие современные, там, модные, красивые, обеспеченные, хорошие семьи, как-то все выглядело какое-то убогое, такое нищее, и как-то картинка была так себе. И когда мне Бог сказал, что ты будешь пастором, я бы рад, но я жил в хорошей семье, в обеспеченной, и как бы я, у меня с Богом такой был диалог, я говорю, а можно вот стать пастором, но как бы жить нормально, не как они все, можно стать другим пастором, чтобы у которого там, и который живет в финансовой свободе, нормально может жить реально, вот, ну, просто хорошей жизнью, и знаете, я, ну, и Бог сказал, что можно, в общем, тогда, и я стал пастором. И я думаю, что мы, как дети Его, вообще мы должны жить достойную жизнь, аминь.
красивую, прекрасную. Конечно же, не в плане там греха, разнузданности какой-то, не в жизнь плоти, но по духу и жить реально как его дети. Чтобы на нас можно было смотреть и сказать, это достойный ребенок Бога, это классно. И вот в свое время я отказался от фирмы отцовской, когда он мне предложил, я говорю, я приехал после второго этапа, он говорит, ну что дальше хочешь? Я говорю, я хочу дальше, ну, пастором стать. Он говорит, а я хотел фирму тебе через пару лет передать, на пенсию уйти. Я говорю, папа, я пастором хочу быть. И тогда это был как прыжок с парашютом, знаете, ты не знаешь вообще, чем это закончится, получится у тебя нет. А вроде в эту, там, знаешь, ты прыгаешь, и говорят, что парашюты, ну, открываются все, но тебе кажется, что вот сейчас статистика подорвется по-любому, то есть когда ты стоишь на краю. Вот, и так же с пасторством, то есть ты не знаешь, получится, нет. Ну вот я выбираю пасторство, отец уважил мой выбор, благословил все, и вот я поехал в библейскую школа, отучился 3 года церкви, и потом мы едем на Украину еще раз учиться, Першотравенск, учимся там, и оттуда возвращаемся, кризис, и мой отец ушел на пенсию, закрыл фирму, даже он не смог выдержать, потому что там строительным фирмам не давали кредит, и в общем он закрыл, и я думаю, я бы сейчас около разбитого корыта сидел. Поэтому, когда у нас есть выбор, выбрать что-то такое, лакомый кусочек и путь Иисуса, не обманитесь, выберите Иисуса, с ним будет все, с ним будет все, аминь. Я свидетельствую этому, я отказался, я сделал этот выбор, и сегодня я могу сказать, что моя жизнь, она такая, которую я бы себе не нарисовал, не представил, я не мог бы даже предположить. И поэтому, что я сегодня хочу попроповедовать вам с этой штучкой, мне сегодня второй раз, ну, утреннее собрание, и сейчас я проповедую впервые с этой штучкой, поэтому чуть-чуть себя трансформером чувствую, что экзоскелет какой-то у меня тут, тут такие эти штуки, и я не знаю, куда мне деть руки. Так что, вот. Но я хочу проповедовать летнюю проповедь. Хотите летнюю проповедь? Такую какую-нибудь лайтовую, летнюю, легонькую. Она не будет слишком умная, она не будет какая-то там, наверное, даже простая, скажу, банальные вещи. Но скажу сразу, я бы в своей молодости христианской хотел бы услышать такую проповедь. Она очень важная. И если кто-то сегодня меня услышит, 1, 2, 5 человек или весь зал, и вы сможете это применить, оно вам поможет. Аминь, правда? Вот, и я бы ее назвал «Ты можешь жить так, как ты хочешь». «Ты можешь жить так, как ты захочешь». Давайте так. «Ты можешь жить так, как ты захочешь» или «Ты можешь иметь то, что ты хочешь». И вот первое, я бы разделил, наверное, на 2 части ее, и сейчас начнем с первой. Вообще Библия призывает нас верить, конечно же, все по вере. Здесь я хочу показать, что с одной стороны, есть ресурс Бога, безграничный. Мы его дети, и весь, все, что есть у Бога, оно принадлежит нам, как его детям законным. Аминь. С другой стороны, есть наша вера, и вера, мы видим, она как бы в Библии так подразумевает, что это некая уверенность в невидимом и осуществление ожидаемого. Тоже как бы делится, я думаю, как пополам, что ли. Ну, для меня это моя интерпретация, что все-таки в какие-то вещи я просто уверю, я ничего не могу там сделать. Вторая часть – это осуществление ожидаемого. То есть то, что я ожидаю, я как-то прилагаю усилия в этом направлении. Осуществление ожидаемого. Я бы хотел показать сейчас то, что есть какая-то жизнь в наших мечтаниях, наверное, то, как мы себе представляем. По-другому можно сказать, может быть, у вас есть человек, которому бы вы в хорошем смысле, белая зависть, вы завидуете ему и говорите, вот как у него, я бы вот так хотел. Я бы хотел там такую семью, там, не знаю, такой достаток, может быть, такие откровения, такое посвящение, такую церковь, такое служение. Я не знаю, что, но, например, вам симпатично или как ориентир для вас, что, ну, вот примерно так. Для меня ориентир Йонги Чо. Скажу так, я хоть и, так скажем, молодой пастор, но в 22 я стал служителем Божьим, и когда-то я от Тищенко услышал, что он был на 50-летии служения Йонги Чо. Это был такой, как проводы его, ну, в отпуск на пенсию. И я думаю, если я дотяну до 72, то у меня получится. Я хочу, для меня такие люди, они образец для подражания. Да, я им завидую, я хочу, ну, в хорошем смысле, я хочу так же, и я думаю, что это правильно. Для кого-то это может быть какая-то семья или еще что-то, то есть, но есть какая-то жизнь в наших представлениях, то, как ты хочешь жить. Есть у вас или нет? И моя проповедь сегодня для тех, кто что-то хочет. Может быть, ты скажешь, а если ничего не хочешь, тогда моя проповедь не для тебя, я не знаю. Тебе нужна другая проповедь. Как там захотеть, я не знаю, если ничего не хочешь. У меня есть проповедь, но это в другой раз. Духовный аппетит называется, как его вот возгреть.
Вот. Но сегодня я хочу говорить все-таки для тех людей, которые хотят. И что меня немножко волнует, я переживаю за нас, за всех, за себя, но вот как-то я понял эту вещь, что как можно не разочароваться в Боге всю свою жизнь? Потому что иногда я вижу, что люди вроде пришли в церковь. Я же знаю, что Бог живой, и вы это знаете, да? Но иногда ты видишь, что люди могут месяц или даже несколько лет побыть в церкви с Богом, а потом уходят. И, как правило, когда я начинаю спрашивать по-доброму, почему, что произошло, они не получили ожидаемого. Они не получили то, во что они верили, и, мол, вера не работает или не помогает. Бог не ответил. Бог не дал то, что я хотел. Но я, как разбиравшись или зная жизнь этих людей, я начал понимать, что христиане иногда мистицируют христианство. Что все якобы вот благодать, если Богу надо, Он мне все даст, все сделает, и все вот по вере, это все так. Но есть тоже доля наша, когда мы что-то предпринимаем, какие-то шаги в направлении того вот эталона, не знаю, жизни в наших мечтах и представлениях, все-таки мы что-то делаем. Не просто мы иллюзионисты такие, знаете, ставим какие-то недостижимые мечты, ну или достижимые даже, но мы не прилагаем к этому усилию, типа само собой придет. Это мистицизм, это не вера. И Богу нравится вера, которая имеет тот второй фактор тоже. Уверенность и осуществление ожидаемого, так или нет? Вот, и поэтому я начну с этого. Первая часть — это делай все, что ты можешь делать в достижении своей мечты. И анализируя жизнь таких людей, которые разочаровались, у многих я видел, что они просто не делали. Они ставили какие-то цели фантастические, большие, большие нужные цели, но они не шли в направлении этой мечты. Они не делали ничего из того, что они бы хотели. Например, парень говорит: я хочу быть богатым. Что ты делаешь для того, чтобы разбогатеть? Ну, например, в достатке жить обеспеченным. Хотя, знаете, я верю, что в христианстве быть богатым, слово, ну, если только от слова Бог, да, в Бога богатеть все-таки нужно. В Бога богатеть. Скажи своему соседу: лучше в Бога богатеть. И знаете, просто когда, ну, немножко дальше я расскажу, что такое быть Детем Божьим и иметь вот это вторая часть будет, и что такое пользоваться всеми привилегиями Бога и действительно получать все то, что мы захотели. И конечно же, Бог хочет, чтобы мы имели, ну, наши мечты были реальными, достижимыми, чтобы мы шли к ним. И давайте мы посмотрим с вами Экклесиаста 9 глава, 10 стих. Здесь написано: «Все, что может рука твоя делать, делай». Просто делай. Вот то, что ты видишь перед собой, какая-то цель, я не знаю, хочешь ты разбогатеть, спортсмен, хочешь чемпионом стать, хочешь пастором стать, хочешь такую же церковь, я не знаю, говорит тебе Бог сегодня, что ты международный проповедник, что надо сделать? Ну, английский учить, правильно? То есть какие-то вещи, которые надо начать делать, добавлять или убавлять. Поэтому я бы сюда бы добавил, наверное, такие два пункта: это избавиться от того, что мешает в твоей жизни, в твоих представлениях, и добавить то, что нужно. И иногда, ну, например, вернемся, да, к обеспечению, к финансам. Один парень говорит: я хочу быть богатым, да, что ты делаешь? Ну, ничего не делаю, жду, пока благодать упадет, миллиардное состояние или клад найду. Нет, это не вера. Вера, знаете, я даже банально сегодня в Ютубе забиваешь видеоролик, и там парень один, там бизнесмен учит. Я иногда смотрю, чтобы развиваться нужно. Аминь, всегда нужно развиваться. Знаете, что статистика говорит, что вообще в России мужчины, 85% мужчин после 35 лет перестали развиваться. Это ужасно. Мы некоторые уверовали в 35 и позже. И что нам теперь не развиваться? Представьте, каким ты пришел к Богу и остаться в таком же амплуа. Это ужасно, правда? То есть мы же там вообще ужасные люди, как бы. Ну, говорю о себе. Бог меня апгрейдил, Бог меня преобразовал. Знаете, я знаю, что еще на пути к Богу, как, у меня есть большая мечта, огромная мечта, когда мне Бог показал, как будет выглядеть мое служение. И Бог мне сказал: когда ты будешь там, ты будешь другим человеком. Здесь я где-то, может быть, посередине, я уже преобразовался, но я знаю, когда я буду там, я буду другим человеком. И, конечно же, мне нужно какие-то преобразования, что-то убрать, что-то добавить. Аминь. Поэтому иногда проходят годы у людей, они, и вот в этом видеоролике, например, он объясняет, говорит: у тебя даже если зарплата 30 тысяч рублей, говорит, ты можешь откладывать по 5 тысяч рублей в месяц, 25, ну, подзатяни пояса и живи на 25, сможешь, ну, там, смогу, да, например.
Вот. И 5 тысяч, он дельта это называет, ты там за год скопил 60 тысяч, запускаешь их в оборот, деньги делают деньги. Он показывает, что в следующие месяцы ты эту дельту туда же докидываешь, она умножается. Он показывает, что через 3-4 года у тебя будет миллион. Вот у тебя есть миллион, дальше миллион делает другой миллион и так далее. И поехали. Вот, и знаете, ну как 3-4 года, мне надо сейчас. Кто-то скажет, но знаете... Да, хочется быстро все, но я видел также людей в церкви 10 лет, и у него ничего не изменилось за 10 лет, если бы он начал с самого начала. Почему я говорю, я бы хотел в своем молодом возрасте христианском услышать эту проповедь, потому что начинай и трать полгода, год, 3 года, может быть, получить образование, может быть, в чем-то измениться, может быть, что-то убрать, я не знаю, можешь изменить в семье, там, ну, как у нас одна семья, там, она тарелки бьет, он матерится, а и христиане. Я говорю, а как так у вас вообще? Вы вроде по отдельности христиане в семье, вот как кошка с собакой. Он говорит, а вот знаешь, что-то как-то заладилось вот так с самого начала. Я говорю, так, ну, перестройте свою семью, пусть у вас вот эта вот штука, шелуха, отлетит, начните строить семью по-новому. И имеется в виду убрать, не то что убрать жену теперь, знаете, как я иногда говорю, вообще понять, доволен человек своей жизнью или нет. Вот мы говорим, что я хочу, чтобы все вы были счастливы. И сегодня моя проповедь для этого. И я иногда говорю, что я счастлив, и я хочу, чтобы все были счастливы. Если вы счастливы, я за вас рад. Если нет, то тогда услышьте меня, и вот что-то можно сегодня взять, сделать для того, чтобы быть счастливым и реально иметь то, что мы хотим, то, что мы представляем в своих мечтах. И вот я говорю иногда, ты благодарен Богу сейчас, ты в состоянии благодарности Богу? Ты сможешь 40 лет, например, если ты моего возраста, ты сможешь еще 40 лет так жить? Довольным. Ты сможешь дойти до неба, до конца, с благодарностью Богу, довольный? И сказать, как Павел, там, течение совершил, да, там, веру сохранил. И вот с благодарностью прийти на небо к Богу Отцу. Ты сможешь? Ты в таком состоянии или ты в негативе? Ты постоянно недоволен своей жизнью? Он говорит, нет, я недоволен. Ты хочешь что-то менять? Да, я хочу что-то менять. Я говорю, а почему ты не меняешь? Сколько лет ты в церкви? 7, 8, 10. Я говорю, а почему ты ничего не меняешь? И проходят, в том-то и дело, что меня немножко пугает, что проходят годы, и люди ничего не предпринимают. Например, я равняюсь на человека, на кого-то, для меня там Билл Джонсон, например, как он получает откровения, там, Йонги Чо и так далее. И я понимаю, что мне нужно, например, образование, мне нужно какие-то, для каких-то достижений в моих мечтах, мне же нужно что-то добавить, понимаете, да? Или убрать наоборот, семью как-то перестроить, не убирай жену, перестройте уклад в семье, аминь. Пусть как-то уклад другой станет, там, ну, если не заладилось сначала, я не знаю, ну, сделайте по-другому уклад, не убирай жену, не убирай детей, а начну семью все с самого начала. Нет, это не от Бога, это плоть. Все-таки мы будем говорить, вторая часть будет о том, что мы все-таки как дети, и мы руководствуемся Духом Божьим, Дух Божий так не делает, он не нарушает принципов Божьих. Вот, поэтому здесь Экклесиаст говорит, все, что может рука твоя делать, по силам делай, потому что в могиле, куда ты пойдешь, нет ни работы, ни размышления, ни знания, ни мудрости. То есть он говорит, трать силы здесь и сейчас. Когда мы умрем, знаете, как говорят, отдохнем, когда помрем. Когда мы умрем, там не нужны ни силы, ничего не нужно, преобразования уже никакие. Это нужно делать сейчас здесь. Все делай по силам. Все, что ты можешь делать сейчас, все делай сейчас. Максимум выкладывайся для своей мечты, для своих каких-то представлений, ожиданий в жизни, делай это сейчас. Я, знаете, я верю в то, что помазание Божие, я очень люблю благодать, я очень люблю сверхъестественную силу, я очень люблю, когда помазание приходит в какую-то сферу и созидается, получается же все вообще очень легко, гораздо быстрее, чем бы мы делали это без благословения, без Бога. Но я имею откровение о том, что сверхъестественное приходит, когда естественное заканчивается. Как бы второе дыхание на футболе, оно не открывается с самого начала. Когда ты выходишь на поле, нужно, чтобы первое закончилось, потом кризис, и потом открылось второе, да? Так оно бывает или нет? Так же и с Богом. Поэтому нужно сейчас, насколько сильно ты что-то постарался сделать для своей мечты. Насколько сильно, вот ты этого желаешь, ты просто, это болтология, ты хочу, 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 что ты сделал для этого? И часто, почему меня тревожит, что люди, они разочаровываются в Боге, да ты просто не сделал ничего в направлении этого.
Есть такая история, я ее где-то вычитал там в книге. Раньше портовый корабль заплывал в портовый город, и моряков, команду, которая плыла несколько там недель, месяцев на корабле, их распускали, ну, погулять по этому городу, и вот они там напивались, ром, вино, они расходились по городу, и, ну, и пили. И потом в какой-то день, они точно не знали, 3, 5, 7 дней им давали погулять, и потом корабль давал сигнал, им нужно было вернуться. И вот кто-то возвращался, а кто-то сильно напился и не мог вернуться. Тогда специальную команду снаряжали, отправляли в город, и у них был такой указ: кто лежит в сторону корабля, тех забираем, кто нет, кто даже не пытался двигаться в сторону корабля, оставляем в этом портовом городе. Понимаете принцип какой? Так же и в Царстве Божьем. Знаете, я смотрю на... Почему Иисус выбрал Петра? Петр же он оголдел, и не самый умный, не самый четкий из апостолов-то был. То есть были как будто бы более подходящие. Но Петр, он уши рубит, да, там Иисус останавливает, подожди, исцеляет, там, Петр, это не наши методы, там, да. То он там припоясывается в воду, люди раздеваются купаться, а он одевается и как бы туда к Иисусу. То еще что-то там, то не омоешь мне ног, то омой меня полностью тогда. Такой максималист, знаете, его все швыряет, то туда, то туда. И вот Иисусу нравится Петр в чем? Да лучше поднаправить, лишь бы было вот это дерзновение. Я исправлю тебя, я научу, я поднаправлю. Но лишь бы ты тянулся вот к тому, о чем ты мечтаешь. Как эти моряки, если он, знаете, даже пьяный, он слышит этот зов, он не может дойти, но он ползет в сторону корабля, он лежит в сторону корабля. Хотелось бы, но не могу, да? Он лежит в ту сторону, и тогда его забирают, и его подтягивают на этот корабль. Я думаю, что Бог также обращает внимание на такую веру на земле. Приду, найду ли веру на земле? И иногда мы не мистицируем веру. Да, часть есть уверенность в невидимом, но часть есть, когда мы осуществляем ожидаемого, мы ожидаем это, и мы все свои силы тратим на это. Это говорит о том, что человек верит. Аминь. И это первая часть, поэтому все, что ты можешь делать, делай. Убирай, добавляй, преобразовывай себя. Нужно образование, нужны какие-то достижения, нужно зарабатывание денег, еще что-то. В служении хочешь посвятить себя. Не знаю, потрать какое-то время на то, чтобы стать тем, кто сможет это получить. Иногда мы не получаем, потому что мы не те, чтобы это иметь. Сейчас объясню. У детей разные игрушки. Разный возраст, разные игрушки. Маленькому дается только там что-то совсем такое, старшему уже можно какие-то часы, электронные, айфон, планшет, а совсем старшему можно и ключи от машины дать. И вот когда ты вот такой маленький в своем мышлении, тебе нельзя дать, тебя это убьет. Понимаете, о чем речь? Поэтому ты должен стать другим. И для того, чтобы ты имел право как бы это получить от Бога, Бог не сам, ну, как бы не нарушит этот принцип, если ты не готов это взять. Если ты не имеешь права на это не придет. Потому что Божье благословение, оно приходит и печали с собой не приносит. Не может Бог дать такое благословение, которое тебя убьет, которое тебя уведет от Бога, лишит чего-то и так далее. Бог так сильно любит тебя, и поэтому Он ждет, пока ты что-то предпримешь с собой. Знаете, бывают иногда моменты, когда ты в какой-нибудь депрессии, в яме. Не знаю, было у вас такое? Нет, но у меня было. И вот я в этой яме сижу, знаете, депрессивно имеется в виду. Понятно, не в яме. И вот, знаете, такая молитва. Ну, если типа Бог тебе надо, ты меня оттуда вытащи. И всякий раз, когда я вылазил из таких состояний, я понял, что не просто Бог по своей милости, из любви, но я же его дитя, пришел и меня оттуда вытащил, знаете, как дунул в меня, я такой, завеселился и радостно мне стало. Нет, я что-то понял в этой яме. Сначала я там что-то понял, и я понял, что мне надо оттуда вылазить. Так работает вера. У меня было, когда у меня была пустыня, и я 2 месяца не слышал Бога. Вот Новый год мы отмечаем 1 января, я молюсь, все здорово, у меня там планы на год такие. И потом 2 января молюсь, Бога нет. 3 молюсь, Бога нет. Ну, вы понимаете, да, это в кавычках, я его не могу чувствовать. Поэтому Библия говорит, любить Бога на уровне разума, души, сердца, крепостью любите. Потому что иногда сердце не с Богом, но разум с Богом. И только теология мне пообъясняла, мои мозги объясняли, Бога не может не быть здесь. Ты не чувствуешь его, очерствело сердце, твои эмоции не чувствуют, но Бог здесь, его не может не быть. Из теологии, из мозгов я понимал, что Бог всегда, везде. И вот 2 месяца такая пустыня, я молюсь утром и вечером, и ночью я пытался, потому что у меня такие хорошие встречи ночью были. Ночью прикольно молиться, все замирает. И ты говоришь, у тебя как будто слова, что ты их
как-то они же как форму приобретают. Но мне интересно было, ну, мне нравится молиться ночью. И вот я молюсь, пробую и так, и сяк, нет, ничего. И я понимаю, что что-то не то. И это было начало моего пастырства, может быть, пару лет. И после реабилитации, как меня научили в моей молитве молиться «Ура-ба-ба-ба-ба» час со списками. Нужно списки Богу, и в конце «Аллилуйя, аминь». Тебе вся честь, слава и хвала, аминь. Ну, вот такое вот завершение. Самое главное, чтобы было в конце, тогда все нормально. И вот после реабилитационного центра, так как я был научен, вот такая у меня молитва. И когда я понял, что через эту ситуацию я научился молиться по-другому, я понял, что для моего младенчества пойдет заказывать Богу списками, пойдет какими-то заученными там на языках там, и списки эти. Но когда ты взрослеешь, отец хочет отношений, он хочет доверять тебе, он хочет твои чувства тоже знать, он хочет открыть. Знаете, я помню, один раз пришел в молитву, разговариваю с ним, официоз такой, Господь, то, все. Знаете, я прям чувствую, знаете, как будто бы Иисус мне говорит, ты что хочешь-то? Знаете, а я такой там, мне аж стыдно стало, реально, что я такой перед Богом, знаете, такой, он-то папа, он-то отец нам, аминь. И вот в эти два месяца в этой пустыне, как я выбрался с этой ямы? Я пробовал. Во-первых, я лежал, вы видите, в сторону корабля, и пытался молиться. Я включал проповедников. И вот я слушаю одного проповедника, и он говорит, Бог обитает в словословии своего народа. И я понимаю, эта фраза для меня. И я понимаю, что это для меня в словословии, да, ты сегодня эту фразу сказала, да, в словословии своего народа. И я понимаю, что Бог хочет, чтобы я его словословил. У меня сердце очерствело уже за два месяца. У меня и обид подкопилось на Бога. Что это ты меня бросил? И так далее. Знаете, иногда кому-то сегодня, сейчас я в этом зале скажу, иногда вам будет казаться, что Иисус вас оставил. Это не в тему проповедь, но, по крайней мере, я чувствую, что надо так сказать. Иисус на кресте висел тоже, был распят. И он говорил, зачем ты меня оставил? И отец на самом деле его оставил, потому что он уже ждал его на небесах. Но Иисус умер тогда как человек и воскрес как Бог. Я, конечно, не верю в теологию, что Бог допускает какие-то вещи. Я думаю, больше сюда подходит, что мы можем сами насеять или иногда просто жизнь как жизнь. Просто пришло и пришло. Бывают кризисы, проблемы приходят. Но в такие моменты что-то старое умирает и рождается что-то новое, абсолютно новое, божественное. Человеческое может умереть. Иисус умер как человек по плоти, но Он воскрес как Бог. И поэтому в такие процессы что-то с нами происходит, и мне нравится, что они иногда происходят. Мы не мазохисты, но мы извлекаем уроки из этого. И когда мы сидим в яме, я что-то должен понять не просто, Бог, если ты любишь и ты добрый, забери меня отсюда. Нет, я что-то должен понять, чтобы не оказываться в таких ямах. И когда я слышу в словословии, я захожу в комнату, и я начинаю Богу говорить, что Он сделал для меня, как ты меня нашел там в Криводановке. Как ты меня спас, как ты дал мне жену, как ты дал мне сыновей, как ты дал мне церковь, друзей, ты дал мне путешествовать по миру, ты дал мне все. Я так благодарен, ты такой верный Бог, ты такой хороший, ты такой лучший отец, потому что мой отец оставил меня 8 лет, а ты никогда меня не оставляешь. И я стал ему говорить это, говорить и говорить. И у меня получилось такое ощущение было, что Бог, знаете, с неба своим перстом вот так к моему сердцу прикоснулся, и у меня, знаете, как это, как у клоуна в брызги слез такие, просто вот лед растопился, видимо, ожесточение ушло, и вот эта живость, знаете, все эмоции к Богу. Я так люблю тебя. И такое оживление произошло. И с того момента я не молюсь больше по спискам. Они мне не нужны. Когда ты просто благодаришь Бога, словословишь, говоришь, ты такой классный вообще, я так люблю с тобой. Дух Святой, я так люблю в партнерстве с тобой двигаться вообще, когда ты приходишь, мне так это нравится. Мне так нравится в твоей благодати жить. Я вижу иногда твое помазание, это так здорово. И если нет помазания, я все равно буду идти. Но если оно есть, это так клево. И тогда Богу это нравится, Он говорит, Он замечает это, когда я даю, когда я прихожу. Он говорит, я хочу Ему еще дать. И тогда это работает. Аминь. Поэтому все, что мы можем делать в каких-то ситуациях, я не знаю, в ожидании что-то в нашей жизни, просто идите в этом направлении, ползите в этом направлении, что-то предпримите, потратьте даже на это время, сделайте себе апгрейд, я не знаю, что-то добавьте, убавьте.
разберитесь с чем-то, с какими-то чертами характера, может быть. Сейчас много инструментов, там тебе и соза, и пророчество, тебе, ты приходишь проклятый, выходишь благословенный. Вообще, в церкви сейчас аллилуйя вообще, все есть вообще. Ты пришел вообще никакой, там, знаете, весь, тебе и мышление поменяли, душу исцелили, бесов изгнали, все. Опа, новенький такой, выходишь оттуда, все, и живешь, все есть. Поэтому, ну, если ты понимаешь, что что-то со мной не так, ну, переделайся. Переделайся, все для этого есть. Аминь. Идем ко второй части. Вторая часть, она такая более ленивая, когда нам ничего делать не надо. Здесь все такие усилия от нас, да, мы там что-то предпринимаем, стараемся. И Иакова я не открыл, Иакова 2:26, там написано: «Вера без дел мертва». Это в подтверждение этому пункту, о котором я говорил. Все-таки делайте, вера без дел мертва. Второе – это жить по духу, как его дети. И здесь я бы, наверное, тоже эту часть показал бы два момента. Жить по духу. И Иоанна 15 глава, 7 и 16 стих, и вот здесь я хочу это раскрыть. Мы, как законные дети, мы имеем право иметь то, что принадлежит нашему Отцу, Богу. Но кто такие дети? Прежде чем мы откроем это, давайте я сейчас открою, прочитаю Римлянам 8:14, «Водимые Духом Божиим, ибо все водимые Духом Божиим – суть сыны Божии». Скажите со мной: «Водимые Духом Божиим – суть сыны Божии». И смотрите, здесь еще нужно разобраться. С одной стороны, я заявляю, что если мы реально дети Божии, то все, что есть у Бога, принадлежит нам. Мы реально можем это иметь. Имеем право, как дети, соответственные по духовному росту, имеем право на это. И здесь нужно разобраться, а дети – это кто? Дети, водимые Духом Божиим. И вот здесь мы видим, в Библии очень много говорится: жизнь по духу, жизнь по плоти. И, конечно же, подразумевается, мы как дети, мы живем по духу. Мы, знаете, Богу нравятся вообще люди, которые позволяют ему быть внутри человека. Мне нравится то, что рождается из того, когда я позволяю Богу быть внутри меня. Это всегда похоже как на папу и на маму. Ребенок рождается, и он похож чуть-чуть на папу, на маму, может, на кого-то больше, меньше. И вот так же, когда желания Бога, по сути, когда они приходят, и про Давида, что Бог говорит? Это муж по сердцу моему. И ему так нравится Давид, потому что он делает? Муж по сердцу моему, потому что он исполнит все хотения мои. И вот знаете, Бог ищет таких людей, которые готовы жить по духу, под водительством Духа Святого, то есть дать тем желаниям Духа Святого быть внутри себя, и чтобы Богу мы не мешали, а помогали, чтобы ему было комфортно через нас двигаться. И вот поэтому дети Божии, это которые не живут по плоти, живут по духу, по повелению Духа. И скажу вам больше, что Бог вкладывает в нас желания и действия по своему благоволению. Замечали, может быть, я замечал так, когда какая-то сильная молитва, присутствие, помазание, не знаю, Бог приходит, меня перекрывают, у меня начинает зашкаливать какие-то желания от Бога, мне сразу хочется людей спасать, какие-то евангелизации, конференции, там хвала и поклонение, там, знаете, все что-нибудь такое, у меня сразу все масштабируется, все какое-то грандиозное. Было у вас так или нет? То есть в присутствии Божьем эти желания, они начинают что-то внутри нас воспроизводить. И потом, по сути, и теперь, смотрите, фишка всей моей проповеди, она называлась так. Ты можешь жить, например, так, как ты захочешь. По сути, когда мы живем по духу, мы позволяем Богу и Его желаниям в нас попасть. И когда ты здесь говоришь: я живу так, как я хочу, по сути, ты живешь так, как хочет Он. Ты скажешь: так это обман. Это не обман. В том-то и дело, что когда мы иной раз сами не знаем, что нам нужно. Я говорил вначале, что я бы такой судьбы для себя не придумал никогда. Но оказываясь сейчас в этой судьбе от Бога, воле Божией, я понимаю, да это идеальная вообще судьба от Бога для меня. Аминь. А получается, это по сути, я позволил ему, ты будешь пастором, я взял это откровение, что я буду пастором, его же желанием в Иркутске начать церковь там и так далее, я его желанием. Но они переплавились, и как вот ребенок становится похож на папу и маму, оно как бы на выходе-то мое, я-то считаю его моим, и оно мне нравится, потому что оно мною рожденное, вложенное Богом, рожденное мною. Не запудрил я вам голову?
И что такое быть детьми Божьими? Все-таки, конечно, если ты дитё Божие, живешь по духу, ты вообще на все можешь рассчитывать, все можешь вот просто просить у Отца, и оно твое. Но вот мы понимаем, что все-таки здесь 7 стих написано: если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут, то что? Если вы во мне, если вы в Боге, и Божье Слово в вас, то что тогда? Просите, тоже немаловажный фактор, и будет вам, и получите. То есть смотрите, в принципе, мы все реально можем получить. Просить надо, да, просить тоже надо, братья и сестры, надо просто молиться. Вот, но молиться, есть некоторые условия, здесь мы видим, если вы во мне, и я в вас. Мы иногда пробегаем мимо и не задумываемся, а что значит «Он во мне». А «Он во мне» — это то, о чем я сейчас говорил, когда ты живешь по духу. Когда мы не просто, знаете, скажу вам больше. Когда я говорю проповедь, ты можешь жить так, как ты хочешь, и ты начинаешь, сейчас я загадаю, знаете. Я помню, как у меня, я собрал команду свою, там, в начале церкви собрал, и говорю, расскажите, какие у вас видения там на жизнь, там, какие-то мечты ваши. И вот у нас человек 7-8, и кто-то рассказывает духовные, там, и один говорит, знаете, а я мечтаю, вот чтобы у меня на телеке плазма висела здоровая, и вся комната вот так в красных подушечках, и я вот так лежу в подушечках. Я говорю, и все? Он говорит, да. Я говорю, так это же такая, ну, во-первых, это очень маленькая мечта, это же такая легкотня вообще. Да, ну, даже если у тебя денег нет, пошел в кредит, взял, подушечек нашил, вечером лежишь в подушечках около телека. Все просто вообще, банально, очень достижимо, очень. Сейчас, в наше время. Я думаю, что когда мы, как дети его, живем по духу, в нас чуть-чуть другие желания приходят. Аминь. Не из Божьего присутствия такие желания рождаются. Скажу вам сразу, Бог не против. Каких-то наших желаний тоже помимо. Я люблю путешествовать, и я, когда я Богу говорил, я хочу, чтобы там пару раз я мог ездить за границу куда-то в год. И Бог благословляет, почему нет? Бог может ответить на наши тоже какие-то личные просьбы, не связанные именно с церковью, с Богом и так далее. Но тем не менее, в Духе Божьем, знаете, кто-то скажет, ну а что, если я губу раскатаю? Хочу золотые унитазы и так далее. Я за то, что дети Божьи должны жить в финансовой свободе. Достойно. Но не хотеть золотых унитазов, позолоченных машин, зачем? Это похоть. И когда ты водимый, смотрите, когда здесь я живу так, как я хочу, казалось бы, да, действительно, я так хочу. Но в меня не поместятся желания вот такие вот, губораскатательные. Потому что Дух Божий, Он имеет кротость, Он имеет смирение. И поэтому, когда я говорю то, что ты захочешь, говорю о желаниях Бога, это все будет сопряжено с Его природой, в кротости и в смирении. Да, я за то, что, братья и сестры, мы должны жить в хороших домах, аминь. Не в каких-то, знаете, там, тысяча квадратов и там миллиарды рублей туда истрачены, там и некомфортно, и неуютно, аминь. Но хорошенький домик, неплохо. Господь, дай здесь всем хорошенький домик. Надо говорить аминь на это. Хорошую машину мне не надо, например, последнюю модель там Мерседеса, может кому-то надо, но у меня из духа так не рождается. Мне нужно просто нормальную машину, которая не будет ломаться и будет меня возить, и я буду доволен. И она есть. Просто какой-то достаток, свобода. Какая свобода? Насколько? Насколько денег? Насколько ты свободен? А вот все, что я по духу захотел, чтобы денег хватило это сделать. Понимаете, о чем речь? Например, я понимаю, какая-то конференция даже за границей, и я должен там быть. Например, Вифиль, Билл Джонсон, я хочу послушать его откровения, потому что я смотрю, когда он говорит, это как какие-то гвозди в десятку, он забивает прямо в сердце. Где он это берет? Для меня он образец тоже. Я думаю, где он это берет? Я хочу туда, я хочу в эту атмосферу, я хочу взять эту культуру. Я как пастор, как христианин, я понимаю, я себя формирую на будущее, я должен там быть. И это побуждение от Бога. Дьявол меня туда отправляет? Нет. Бог меня туда отправляет, аминь. И поэтому деньги для этого должны быть. Вот финансовая свобода. Не нужно губу раскатывать на какие-то пиршества, но жить в достатке и финансовой свободе нужно детям. Аминь. Поэтому, Господь, дай здесь всем финансовую свободу во имя Иисуса. Аминь. Дома. Машины забыли. Господь, дай всем хорошие машины.
Дома, машины и достаток, да. И хорошие семьи тоже пусть будут. Последний стих, и я на этом закончу. 16 стих. «Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал». В современном переводе написано, чтобы плод ваш был испытан временем или остающийся плод. То есть не такое, что там что-то вы сегодня сделали, завтра уже этого нет. Нет, плод пребывающий. «Дабы», чтобы, по современному, если, «чего не попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам». Конечно, мы здесь видим, что здесь показывается, во имя Иисуса мы всегда приходим. Через Иисуса, Он наш Спаситель, Он наш Господь, через Иисуса мы приходим к Отцу. Но здесь Он показывает, что «я вас избрал». Вообще-то, даже если вы в этом зале впервые или не впервые, не так давно, я хочу вам напомнить и сказать, что это не случайность, обстоятельств, кто-то вас сюда позвал, и вы здесь оказались. Это Бог вас избрал. Я оказался с Богом, потому что Он меня избрал. Я бы никогда Его не выбрал, понимаете? И я начал с этого говорить, что я никогда бы не стал христианином, но у Бога были планы. Эй, парень в Криводановке, мне нужен такой, как ты для Иркутска. И Он меня взял там и нашел, и привел, проапгрейдил меня. Там много надо было работать, братья и сестры. Но Он меня проапгрейдил и привел меня в Иркутск. И сказал, вот, ты подходишь здесь, приноси здесь плод, чтобы мы шли. И каждого из нас, мы приходим к Богу, чтобы мы шли. Чтобы мы не просто сидели, не бездельничали. Помазание не приходит для бездельников. Помазание приходит для тех, кто что-то делает. Для тех, кто трудится. Сила, благодать приходит на то, когда мы делаем что-то для Бога. Тогда приходит. Даже твое исцеление возможно. Я получал откровение, Иов исцелился, когда его друзья, которые наговорили лишнего, Бог сказал, теперь принесите жертву Иову. Он за вас помолится. И вас отпустит. И вот Иов, больной в проказе, к которому даже не приближаются, прокаженный, молится за своих друзей. Он еще не исцелился, он мог сказать, сейчас свои проблемы решу, сейчас исцелюсь, сейчас финансовую сторону решу, и потом начну что-то делать для Бога. Делай то, что Бог сказал сейчас. Прокаженный, молись за людей, молись за своих друзей. И вот он молится за них, и потом оказывается, что он сам... Когда сила Божья стала проходить через него, он и сам получил исцеление. Знаете, как я много стал замечать, когда я стал служить Богу, как много благодати стало приходить и в мою жизнь, во все сферы. Оно рикошетит во все сферы. Я вам говорю, когда Божья сила, она приходит с избытком. Бог Эль-Шадай, Он дает с избытком. И даже в кротости мы будем думать, Господь, мне многого не надо. Как и сегодня, я говорю, мне не нужно многого. Мне действительно, я в духе, ну, скромен в запросах, мне так кажется. Но я хорошо живу, я не стесняюсь этого. Я вообще хочу, чтобы все жили хорошо. И вы знаете, в этой кротости, но Бог говорит, вот то, что ты себе загадал, а я Бог Эль-Шадай, я дам с избытком. Я все равно дам больше, чем ты хочешь. Вот такой у нас Бог классный. Это так здорово. И здесь написано, что Бог призвал нас, чтобы мы шли и приносили плод пребывающий. И я начал замечать, что люди, которые служат Богу, в их жизни больше благодати. Извините, но я так увидел. Те люди, которые приносят плод, которые что-то за себя оставляют. Знаете, я верю в то, что наши дети – это наш плод. Я вообще верю в то, что мы, наше поколение, как я, мы, как Иоанн Креститель, который сменили Ветхий Завет на Новый. Мы меняем сегодня историю в России, историю христианства. У нас не было образцов нормальных отцов, у нас не было апостолов вообще в нашей стране, у нас не было в нашей культуре людей, за которыми можно было бы равняться, но мы те люди, которые меняют историю России. Как Иоанн Креститель, который остановили Ветхий Завет. И наши дети, они как Иисус, о которых будут повествования, новые повествования, новая культура. После реабилитации сегодня мы, что-то нужно было изменить, мне нужно было изменить молитву, еще что-то. Какие-то подход к лидерству, тоже, знаете, мы раньше там тоже... Какие-то вещи были неподходящие. Сейчас другая культура в церкви. Мы по-другому церкви строим. Не так, как мы вышли с реабилитации. Мы чего-то не понимали. Может быть, вот эта какая-то вифилевская культура, пророческая культура принятия, ободрения, она нас изменила. И я думаю, что у Бога на пути есть что-то еще для нас. Бог нас формирует. Но наши дети, они как будто бы из другого теста. Я смотрю на своих сыновей, они другие люди. Они не были заражены тем, чем заражены были мы грехом, но они были рождены в славе Божьей. Они были рождены в присутствии
мой младший сын, я долгое время молился с ним на руках, и он так знал Божие присутствие. Он уже, я с самого малого возраста, я молился с ним на руках, он засыпал, я ложил и молился в комнате. И когда он уже вырос, уже ноги вот так висели, мы продолжали, лет до 4, там, наверное, я молился каждый день с ним на руках, всегда. И он так знал это Божие присутствие. И иногда, я уже, когда он стал большой, ну, годика 4, наверное, я уже перестал его брать на молитву. И вот я молюсь один в комнате. И когда особо ты молишься, знаете, ну, как говорят, что помолился, что радио послушал, ну, ни о чем. Ну, как бы поговорил, и, в общем-то, ну, и все, аллилуйя, аминь. Вот, такая молитва. А бывает молитва, когда реально Бог пришел. И вот, знаете, и вот ты там молишься, может быть, на коленях стоишь, или все, тут Бог пришел, он ломится. Он сразу ломится и стучит ко мне в дверь. Он чувствует, когда Бог пришел и когда не пришел. И я поэтому заметил, думаю, наши дети, они знают Бога по-другому, чем мы. Они из другого теста вообще. Он ломится сразу. Знаете, я только тут в присутствие вошел, знаете, так классно мне с Богом. Долбится, я дверь открываю. На ручки. Все, на ручки, потому что ему надо в это помазание, в это присутствие. И они такие чувствительные к Духу Святому сейчас. Это другое поколение. Это другое поколение людей, которые по-другому будут творить историю в России. Аминь. И плод, возможно, для тебя, может быть, плод – это твои дети. Для кого-то плод – это начатые церкви, которые остаются, и кто-то другой их ведет. И это твой плод. Может быть, домашние группы, которые ты начинаешь. Поднимается какой-то пастор, ставишь его и начинаешь другую. Это может быть плод, то, что осталось после тебя. И здесь мы видим, что это как некое условие. Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал. Чтобы... Зачем вам эта фишка? Чтобы, чего не попросите, я дал вам. Пусть у вас это будет. Он говорит, сделайте вот так, чтобы. Вот как только вам что-то понадобится, я дам вам. Просите, я дам вам. Пусть у вас будет плод, и тогда вы как бы имеете право рассчитывать навсегда, рассчитывать на меня, на мою помощь. Поэтому я вдохновляю, приносите плод Богу. Пусть от нашей жизни, я не думаю, что Бог поднял эгоистов для Царства Божьего. Нет, Бог поднял людей, которые исполненные Духом Святым, которые позволяют Богу внутри воспроизводиться Его желанием и потом выносить их как свои. Это люди Божии. Люди, которые приносят плод, от которых есть выхлоп, извините за простоту речи, на этой земле есть выхлоп. Вот ты спасся, и что? От тебя стала польза? Да. Стала польза. И пусть о нас, о каждом говорят так. Я уверовал не зря. Аминь. От меня кому-то становится лучше. Кого-то я привел к Богу. Кто-то, глядя на меня, пришел в церковь, обратился к Иисусу. Мои дети сегодня говорят, мой отец достойный пример для подражания. Я хочу быть мужчиной, как мой отец. Это плод для тебя. Аминь. И поэтому я вдохновляю, чтобы мы были людьми, которые приносят плод для Иисуса. Аминь. Давайте помолимся об этом. Отец, мы все Твои дети, если мы водимы Духом Твоим Святым. И я молюсь, Господь, чтобы мы, как братья и сестры в церкви, мы не жили по плоти, но чтобы мы жили по Духу. И я молюсь, Господь, чтобы Ты благословил каждого здесь, в этом зале, чтобы мы имели достойные жизни, как дети Твои. Чтобы мы жили в достатке, жили в хороших домах, имели хорошие машины, но также, чтобы мы воспроизводили плод на этой земле. Господь, я молюсь о том, чтобы Твое Слово и Твои желания, они помещались в нас. Чтобы мы это растворяли, чтобы мы растворились в Тебе во имя Иисуса. Я прошу Тебя, чтобы вот эта возможность жить так, как мы действительно хотим, чтобы она была реальностью для каждого человека, чтобы никто не был разочарован, но чтобы наша вера, она была благословением для нас. То, что мы уверовали в Тебя, Иисус. Спасибо Тебе за такое изменение жизни. За такую судьбу. Спасибо, Иисус. Ты чудесный Отец, чудесный Бог. Мы любим Тебя, Тебе поклоняемся. Всю славу, которая приходит, все победы, все достижения, все, что пришло в нашу жизнь, мы отдаем Тебе, потому что мы говорим, что без Тебя мы ничего бы не смогли сделать. Но только Ты, Иисус, и Тебе вся слава. Аминь.